Всем привет! Сегодня я представляю вам легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero 4-го поколения, 2008 года выпуска данный автомобиль. Стоимость 908 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону Челны Авто за предоставление данного автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Здесь установлена автосигнализация. Давайте начнем. Цвет черный металлик. Это ранний японский внедорожник. На широкий угол открываются двери, практически на 90 градусов, облегчая посадку и высадку. Черный кожаный салон и перфорированные вставки. Четырехспицевый кожаный мультируль. Удобная ручка. Двигатель здесь V-образная шестерка, 3,8 объем. Этот автомобиль имеет пробег 87 545 километров. Здесь установлен гидроусилитель руля. Без каких-либо усилий поворачивается рулевое колесо. Ухватистый руль. Приятный гудок. Рулевая колонка имеет механические регулировки и регулируется только по высоте. Сейчас, так как идет дождь, мы детально рассмотрим интерьер автомобиля, а затем экстерьер, управление светом и поворотниками, управление стеклоочистителями, в том числе задним, и управление аудиосистемой на рулевом колесе. Это звук. Прибавить и убавить, различные режимы и переключения между различными треками, либо между различными станциями, в зависимости от того, в каком подменю аудиосистемы вы находитесь. И здесь, соответственно, управление круиз-контролем. Все это очень легко использовать, круиз-контроль. Все приборы очень легко считывать. Сейчас я предлагаю послушать, как звучит двигатель.
Движок отлично звучит. Здесь установлено 8 подушек безопасности и боковые подушки. Пластиковые вставки под металл, вставки под дерево. Мягкий кожаный подлокотник. Металлические ручки, вещевой отсек, динамики аудиосистемы. Аудиосистема премиум класса с CD-ченджером. Звук CD, AM/FM, дисплей. Она поддерживает MP3 и различные предустановки. Соответственно, звук. Это низкие и высокие частоты. Эквалайзер. Настройка сабвуфера. Шесть станций и предустановки для аудиосистемы. Здесь, соответственно, бортовой компьютер, компас и цифровые часы, наружная температура, основная информация, расход топлива, текущий и мгновенный. Сейчас он неправильный. Сколько осталось до заправки, если я не ошибаюсь. Здесь также высота над уровнем моря есть и барометр, средняя скорость, температура за бортом. Здесь даже отображается такой график интересный. Здесь барометр, соответственно, дата и отключение дисплея полностью. Настройка часов, яркость дисплея, компас, настройка компаса, календарь, предустановки для барометра и так далее. Динамик аудиосистемы. По качеству отделочных материалов и по качеству сборки здесь применяется в некоторых местах мягкий пластик, в некоторых твердый, но в целом на хорошем уровне все, не скрипит, не гремит, не брякает. Индикация о выключенной подушке безопасности для пассажира. Здесь установлен однозонный автоматический климат-контроль, автоматический режим, температура, и при том она имеет ход в 0,5 градуса, передний и задний обогрев стекол, различные режимы. Рециркуляция, отключение для задних пассажиров, активация и регулировка потока воздуха, а также кондиционер. Вещевой отсек, держатель для карт, здесь прикуриватель. Здесь также подогрев сидений установлен, он имеет две ступеньки. Это высокая, high, и low, низкая. Блокировка заднего дифференциала. Ручник в кожаной оплетке, очень легкий. Вставки под дерево, два подстаканника, кожаная центральная консоль, подлокотник, он регулируется. Две ниши, розетка на 12 вольт, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, солнцезащитные козырьки, макияжные зеркала с подсветкой, держатель для карт. Дополнительные солнцезащитные козырьки. Предупреждение. Контейнер для очков. Он обит тканью.
штурманский свет. У этого автомобиля отличная обзорность, высокая посадка. Превосходный японский внедорожник. Здесь установлен подступенчатый автомат. Вставки под карбон, сам селектор в кожаной оплетке. И также есть ручное переключение. Это плюс и минус Tiptronic. Соответственно, плюс это передача выше и минус это передача ниже. И также внедорожный арсенал. Сейчас у автомобиля задний привод. Подключаемый передний. Также сам селектор в кожаной оплетке. Сейчас у автомобиля полный привод. Блокировки. Сейчас заблокирован межосевой дифференциал. Отличный внедорожный потенциал. У этого автомобиля очень просторный салон, и в каждой детали чувствуется японское качество. И сейчас я предлагаю переместиться на второй ряд сидений. Водительское сиденье имеет электропривод. Стандартно продольная по высоте спинка и поясничный подпор по двум направлениям. У сидений удобный профиль, регулируемые подголовники, а также ремни безопасности. Рекомендации по давлению в шинах. Надпись Mitsubishi. Алюминиевые накладки на педалях. Открывание лючка бензобака. И вот здесь находятся предохранители. Также на широкий угол открываются задние двери, облегчая посадку и высадку. Двухцветные панели дверей, мягкий кожаный подлокотник, вставки под дерево и под металл. Динамики аудиосистемы, подсветка дверей синяя, детский замок, фиксатор, два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Спинки сидений легко складываются, их можно наклонить. Регулируемые подголовники. Очень удобная посадка на второй ряд сидений. Вещевые карманы с обеих сторон. И климатическая установка для задних пассажиров. Это регулировка потока воздуха. Активация. И температура. Пульт управления мультимедийной системой, развлекательной для задних пассажиров. Экран. Экран, если я не ошибаюсь, 9 дюймов. Он также поддерживает DVD. Подсветка, воздуховоды, вешалка,
боковой подушки безопасности для задних пассажиров воздуховода. На проветривание открыть стекла. И также они с подогревом. Очень просторный и удобный второй ряд сидений. При моем росте в 188 сантиметров, сколько еще места в ногах осталось. И над головой еще достаточно места. Выдвижной центральный подлокотник. Два подстаканника, они регулируемые. Довольно удобные. Харизматичный интерьер Mitsubishi. И сейчас я предлагаю взглянуть, насколько вместительно багажное отделение этого автомобиля. Распашная дверь. И также динамики аудиосистемы, ручка удобная. Пищевой отсек, знак аварийной остановки. Шторка, чтобы закрыть вещи от любопытных глаз. Розетка. Подсветка. Здесь органайзер, домкрат, ключи. Вот так он выглядит. Очень просторный багажник, сабвуфер. Входы для подключения внешних устройств, AV-входы. Огромный багажник. Крючок бензобака. Подсветка дверей. И такие же электрорегулировки имеет пассажирское сиденье, за исключением регулировки поясничного подпора.
дополнительно вы можете закрыть перчаточный ящик, замок, две полки, он довольно вместительный, с подсветкой, руководство по эксплуатации, все на русском языке, довольно толстая книжка. Сейчас немного пролистаем. Легендарный японский внедорожник, очень просторный, и сейчас я предлагаю рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Здесь установлены ветровики, рейлинги на крыше. Стекла открываются на проветривание. Спойлер. Запаска в чехле. Диодная подсветка номерных знаков. Легкосплавные шестиспицевые 18-дюймовые диски, размерных шин 285/60, шины Michelin, 6 болтов. Здесь установлены подножки с резиновыми накладками. Расширители арок, диодные указатели поворотов, встроенные в наружные зеркала заднего вида, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, очень брутальный внедорожник.
Здесь установлены биксеноновые фары, линзованная оптика. Омыватели фар. Диодные противотуманки. Хромированные накладки на радиаторной решетке. Три бриллианта Mitsubishi. Теперь, что касается технической составляющей, здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель, V-образная шестерка, 24-клапанный, система питания двигателя, распределенный впрыск топлива, расположение клапанов распредвала, верхний клапанный с верхним расположением распределительного вала, соответствие экологическим требованиям Евро-4, расположение двигателя переднее продольное. Самый доступный двигатель объем 3.2, мощность 170 лошадиных сил, и самый мощный 3.8, 250 лошадиных сил. Здесь установлен двигатель 3.8, 250 лошадиных сил, крутящий момент 329 Нм. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 200 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 10.8, расход топлива в городском цикле это 17.8 на 100 км, в загородном цикле 11.2. Объем топлива бак составляет 88 литров. Привод полный. Кривенность данного автомобиля составляет 225 мм. Тип передней подвески независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Тип задней подвески независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Передние тормоза дисковые, вентилируемые, задние дисковые. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 2220 кг, полная масса 2910 кг. Объем багажного отделения составляет 660 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличится и будет составлять 1790 литров. Длина данного автомобиля составляет 4900 мм, ширина 1875 мм, высота 1900 мм и колесная база 2780 мм. Сборка данной модели осуществлялась в Японии. Основные конкуренты этого автомобиля это Nissan Pathfinder, Volvo XC90, Land Rover Discovery, Volkswagen Touareg, Kia Mahav и SsangYong Rexton.
что мне лично понравилось в этом автомобиле, так это основательность, японская надежность, мужской брутальный внедорожник. На этом обзор Mitsubishi Pajero 4-го поколения 2008 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз.